Последнее время у всех, в том числе и у меня, пристальное внимание приковано к доллару. Что с ним происходит? Давайте сейчас посмотрим, что происходит с долларом, и я попытаюсь оценить, что с ним будет. Всего одно легкое движение. И тебе доступен YouTube, Instagram, Facebook и прочее в полном объеме, без всяких ограничений, потому что ты формально в США. Размести значок VPN на главном экране и сделай за правило входить в интернет через VPN. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. С момента начала специальной военной операции в феврале месяце смотрим. Естественно, рубль резко ослаб, и, ну, это вполне логично, так сказать, санкции и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И что произошло дальше? А вот дальше произошло следующее. Начиная вот буквально с 10 марта, всяческие ограничения, значит, Центробанк ввел Центробанк, вообще дикие ограничения на покупку валюты на бирже, и поднял ставку до 20% годовых. И это все привело к тому, что курс рубля, естественно, стал, курс доллара к рублю стал снижаться планомерно, и он снижался, вплоть до 83 рублей за доллар, и, казалось бы, здесь он должен был остановиться. Но он дальше начал снижаться далее. Вот буквально с 6 апреля он дернулся вниз и, значит, пошел дальше потихонечку снижаться. Почему? Потому что прошел первый шок, значит, от снижения ставки и от увеличения ставки. И дальше Центробанк уже начинает смотреть. Так, значит, ставочку понизили сначала на 3%, потом еще на 3%, это не приводит к укреплению рубля, а рубль стал уже, так сказать, совсем крепкий. Смотрите, доллар падает, падает и падает, и уже он уже начал падать до 70 рублей за доллар, и уже до 60, там сколько, вот здесь вот планочка, смотрите, 65 рублей за доллар, и это уже стало приводить к следующему, к тому, что в бюджет поступает меньше денег, потому что экспортеры получают платежи по-прежнему, нефть дорожает очень сильно, и значит, нефть нам ограничивают, но при этом нефть дорожает, и все это устаканивается, и все абсолютно нормально, а импорт нам обрубили, и импорт упал на 80%. То есть, вот, баланс платежный нарушился, внешнеторговый, и этот факт стал влиять на укрепление рубля. То есть, доллары к нам приходят практически в прежнем или даже в увеличенном объеме, несмотря на все вот эти вот ограничения, потому что за нефть платежи не прекращаются, они идут очень стабильно. Ну, а от нас платежи в долларах не идут за импорт, и в связи с этим, соответственно, доллары девать некуда, и они, естественно, обесцениваются. Что предпринял Центробанк? Центробанк, вот, смотрите, вот сюда, сейчас я масштаб графика уменьшу. Доллар, вообще говоря, он очень-очень сильно... Так, вот сейчас вот так вот сделаем мы его, вот, чтобы не казалось, что здесь все так радужно. Вот, смотрите, он понижается, вот здесь 63 рубля за доллар, потом, значит, дальше он еще падает, доллар, и уже до 56 до 57 докатился
доллар, и это стало уже угрожать, и некоторые люди начали говорить, ну все, значит, да, кто-то же покупал по 120, это же вообще ураган, то есть они там сидят и смотрят, думают, блин, мы с ума сошли. Вот, а доллар все дешевеет и дешевеет. И уже начали говорить, что там будет и 55, и 48 рублей за доллар. Ну, естественно, значит, смотрите, я вижу, что Центробанк, когда там во вторник или в среду, вот это было где-то вот здесь, вот там 24 мая, что ли, Центробанк объявляет, что там в четверг состоится внеочередное заседание Центробанка. И все аналитики говорят, что на этом заседании Центробанка будет, скорее всего, принято решение, на внеочередном заседании Центробанка, скорее всего, будет принято решение снизить процентную ставку. И они уже, так сказать, думали, так сказать, ну там гадали, кто-то говорил на 2% снизит, кто-то говорил на 3%. Снизили на 3%. Это вот было в пятницу 20... вернее, в четверг, там 25 мая, естественно, это после торгов, и, соответственно, вот здесь это уже, нет, 24 мая было внеочередное, 25 рубль стал падать, а доллар, соответственно, расти, и он вырос очень резко до 68, хотя эксперты говорили, что где-то он до 62-63 должен вырасти. Ну, естественно, он это эмоциональные, как бы, ну, покупки, или там, сказать, я не знаю что. Вот. Но это вот на эмоциях резкий взлет доллара к рублю. А дальше что происходит? А дальше происходит следующее. Люди опомнились и такие, блин, а что произошло? Да ничего не произошло, собственно говоря, только ставку снизили. И все. То есть рубль стал более доступным. Вот, собственно говоря, и все. И, соответственно, значит, дальше уже происходит охлаждение. И в понедельник, да, вот здесь вот я уже, ну, когда объявлено о том, что Центробанк просто вот, ну, практически наверняка понизит ставку, что сделал я? Я уже не выдержал и решил на этом сыграть. И хотя я уже, ну, отошел как бы от этого, так сказать, от опционов, но потихонечку я прихожу в себя. Ну, то есть мне деньги нужны были достаточно большие, и немножечко сейчас другим занимаюсь. Но тут душа спекулянта не выдержала, я завел туда. Ну, для того, чтобы просто понять, как работает этот рынок, как работает этот инструмент, я завел туда всего 10 тысяч рублей. И в пятницу я купил, ну там построил опционную стратегию, как всегда, купил опционный колл и заработал на этом аж 50%. То есть я завел туда 10 тысяч, на следующий день, в понедельник вечером у меня было, не в понедельник, в пятницу вечером у меня уже было к понедельнику 15 тысяч. То есть вот на этом вот штуке я заработал 50%. Потом это все вот сюда вот опустилось, значит, соответственно, у меня эти денежки немножечко снизились. Что дальше? Дальше я продолжил строить стратегию, ну, как бы, что он где-то вот здесь вот устаканится, вот, но он пошел вниз, и, соответственно, я потерял, ну, подрастерял здорово почти все, что я заработал. Сейчас я перехожу в Quick и показываю то, что у меня получилось. Вот она, вот эта штука. Здесь вот я построил стратегию на покупку, то есть на дельта положительно. Потом, значит, двойная вершина, он пошел вниз. И вот сейчас давайте посмотрим, что у меня сейчас. Напоминаю, что я завел туда 10 тысяч, у меня было 0 на этом счете, 10 тысяч завел, было 15 тысяч, но эти 15 тысяч растерялись. Сейчас у меня 10 278 рублей плюс 97 рублей, то есть 10 350 рублей сейчас в данный момент. И, ну, еще я выставил на продажу, вот они продаются по 310, два опциона колл. Давайте посмотрим, что я жду от всей этой ситуации. Завтра четверг, завтра экспирация по этому инструменту, по опционам, на это недельные опционы на доллар. До завтра, если ничего не случится, то я жду, что вот мы в чате переписывались, что, в общем-то, будет боковичок.
если ничего не случится. Но на всякий случай, если что-то случится, и если, скажем, ну, если пойдет доллар вниз, то, в общем, сказать, я сегодня потеряю 1000 рублей. Ну, а в худшем случае, если на момент экспирации он будет в районе 60 рублей за доллар, то, в общем, сказать, мои потери составят, ну, тут 5000 рублей, насколько я понимаю, да? Нет, 4000 рублей, 4000 рублей. Вот, ну, переживу я 4000 рублей, если это, так сказать, как бы пойдет укрепление рубля. На самом деле, я считаю, что завтра рубль, ну, он продолжит торговаться вот в этом диапазоне, то есть, если он пойдет вверх, то, в общем, сейчас у меня вот здесь вот состояние, вот здесь вот. То есть, если он останется здесь, то я заработаю дополнительно там, ну, 770 рублей. Вот. А если он пойдет дальше вверх, то, соответственно, вот моя ну, прибыль будет расти. И если он дорастет до там, 65, то сегодня, например, да, то плюс 3000 будет. Вот. Вряд ли это случится. Почему я поставил вот именно такую стратегию? Ну, вы знаете, что сейчас идут военные действия, и, в общем, сказать, ничего нельзя исключить. Никаких пока таких вот резких движений в смысле экономики пока не предвидится, но когда идут военные действия, можно ожидать всего чего угодно. И государственного переворота, скажем, в Украине, или, скажем, ну, гибели президента Украины, например. Ну, то есть я ничуть не удивлюсь. Или то же самое в России. Я ничуть не удивлюсь, если в России, так сказать, не сегодня-завтра произойдет там государственный переворот. И это вполне, то есть, как бы сейчас идут военные действия, и тот, и другой лидер, в общем-то, сказать, находится в серьезной опасности, и, конечно же, за ними идет охота. Кроме того, есть еще Америка, в которой Джо Байден, которому, в общем-то, сказать, в общем, довольно в преклонном возрасте, и кто его знает, что с дедушкой случится. Вот, и, ну, почему у меня есть такие мысли всякие, но последние два дня я не вижу никаких упоминаний о том, что, ну, не вижу никаких упоминаний о Путине, что кто-то с ним лично встречался, кто-то с ним лично контактировал. Последние, ну, публичные какие-то показы Путина были, это когда Лукашенко внезапно, по какой-то причине, к какой причине нам не объяснили, прилетает из Белоруссии в Сочи, встречается с Путиным, где Путин демонстративно показывает, какой он живчик. И в некоторых телеграм-каналах говорят, что вот сейчас там Путин там ложится на операцию. На следующий день показывают Путина при посещении какого-то военного госпиталя, но нигде никаких... То есть непонятно, какой госпиталь и когда записано это видео. То есть здесь, скорее всего, это может быть какой-то, ну, инсценировка. Вот. Но на следующий день появляется сообщение, что Макрон и Шольц разговаривали с Путиным по телефону. Ну, здесь уже не может быть никакой инсценировки, потому что, ну, Макрон не будет играть в эти игры с Шольцем. То есть разговор действительно наверняка состоялся, и после этого никаких упоминаний. А напоминаю, что этот разговор между Путиным, Макроном и Шольцем состоялся, ну, несколько дней назад. То есть, может быть слухи о том, что Путин сейчас на операции где-то вполне себе могут подтвердиться, и кто его знает, что там произойдет. Но к чему это приведет? Если, например, скажем, ну, я не удивлюсь, если выйдет указ о том, что, значит, ну, там, немножечко Путин передает свои полномочия. Кому он передаст эти полномочия? Совету Безопасности. К чему это приведет? Конечно, это приведет к резкому достаточно колебанию курса доллара и некой дестабилизации ситуации. Я не думаю, что
что-то кардинально изменится очень быстро, поэтому, ну, вот так вот, такая у меня стратегия. То есть, скорее всего, доллар там, ну, он может резко взлететь в связи с этим, одним из этих событий, эти черные лебеди, значит, либо с Байденом что-то случится, либо с Зеленским, либо с Путиным, например, да, понимаете, да, ну, сказать, черт его знает, там, может, псих какой, значит, выскочит этот самый на кнопку, ну, хотя нет, на кнопку вряд ли он нажмет. Вот, то есть, кто его знает, что может произойти вот в ближайшее время. Да хуситы, в конце концов, какие-нибудь там что-нибудь устроят. Ну, с хуситами тоже вроде разобрались там. Вот, поэтому на всякий случай я все-таки держу вот такую позицию, а в этом случае, так сказать, доллар либо вырастет, либо упадет, но скорее вырастет, поэтому я все-таки держу на то, что он вырастет. Ну, и чуть-чуть я, ну, заработаю, если ничего не произойдет. Совсем чуть-чуть. Но опять я говорю, что опционы позволяют заработать в том случае, если произойдет экстраординарное событие. Я на это рассчитываю. Здесь, я еще раз повторяю, убытки у меня будут небольшие, если не сказать, как бы, ну, в худшем варианте. Ну, а в лучшем варианте прибыль достаточно большая. Ну, и напоминаю, что здесь 10 тысяч – это вообще ни о чем. А чем я сейчас занимаюсь, это тем, что… Смотрите, вот здесь в трейдинге есть риски определенные совершенно, ну, потерять деньги, потому что если не угадал движение курса, то, в общем, сказать, вы потеряете. Ну, вы знаете, что я недавно ездил в Казахстан и с целью посмотреть, нет ли там возможностей каких-то для бизнеса, нет ли каких-то, сказать, разницы в ценах, сказать, параллельный импорт и так далее, я долго думал о том, значит, ну, искал эти возможности и, в общем-то, нашел. И сейчас я такую организовал. Небольшой такой очень-очень скромный достаточно бизнес, на котором я зарабатываю довольно стабильно 5% с оборота, и в общем вполне себе получается такой небольшой источник дохода. Я делаю это без фанатизма, потому что есть тоже риски, я их оцениваю сейчас, я их раздумываю, но у меня от 10 до 60 тысяч в день оборот рублей оборот вот на этом новом бизнесе, и повторяю, что я там, так сказать, зарабатываю, ну, в районе от 2 до 6% с этого оборота, то есть вполне себе ничего. Да, занимает немножечко времени, конечно, но зато не требует ни складов, ни каких офисов. Все, что нужно для этого бизнеса, это только интернет. Что это за бизнес? Ну, я не буду об этом рассказывать, потому что это, ну, не очень публично, во-первых, а во-вторых, ну, он подразумевает небольшую публичность, а во-вторых, зачем мне конкуренты? Дело в том, что там достаточно ограниченные возможности, и если много людей туда придет, то, в общем, эти возможности потеряю и я. Вот. Ну, я повторяю, что, в общем, сказать, не зря я съездил в Казахстан и потихонечку, потихонечку, ну, по крайней мере, уже я вернул все деньги, которые я затратил на топливо и на проживание в Казахстане. Вот такая история. Ну, дальше я еще очень-очень хочу в Индию съездить, но что-то пока билеты там дороговаты, там уже на машине не проедешь. Вот, ну, вероятно, что все-таки будет там, ну, Грузия, но я очень-очень хочу все равно в Индию, потому что я надеюсь, что несмотря на такие дорогие билеты, все это, ну, вернется. Ну, почему дорогие? Потому что если я один полетел, это одно, а тут вся семья со мной хочет лететь, это уже совсем другое. То есть там расходы, ну, как минимум в 3 или в 4 раза выше получается. Здесь, значит, уже так немножечко уже дороже становится. Ну, я надеюсь, что эта информация будет полезна. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий. Дальше я буду продолжать рассказывать про свои опционные стратегии по-прежнему, потому что, ну, тот бизнес уже начинает идти как-то вот более-менее нормально, и я возвращаюсь потихонечку к трейдингу. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи и удачных вам сделок.